Емельянова Наталья попросила визи-бокс. Вот визи-бокс с ней более получится приехал. Для Деда Мороза желание ребенка почти что закон. Благо у зимнего волшебника много помощников. Депутаты «Единой России», предприниматели, представители частных школ Одинцовского округа принимают участие в благотворительной акции «Елка желаний». В преддверии Нового года они исполнили заветные мечты девчонок и мальчишек из школы «Надежда». Все подарки, они собраны как раз-таки в рамках «Елки желаний», да? То есть, да. Я так понимаю, сами вы дети попросили у Деда Мороза подарки. Да. Правильно. Дед Мороз, да. Вот, все это для вас подготовил. Конструкторы, самокаты, бизиборды. Дедушка Мороз исполнил все желания ребят. Но и ученики «Надежды» в долгу не остались. Подготовили творческий сюрприз. А вдруг в мешке подарка не хватит для меня? Я долго сомневался, но как подарок взять? Я потом на стул забрался и стал стишок читать. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит по всей стране. Это уже добрая традиция. Ее поддерживают политики, бизнесмены, деятели культуры и спортсмены.